17 октября в Кировском районе стартовал конкурс красоты и таланта «Кировская краса». В нем приняли участие девушки в возрасте от 16 до 20 лет. Кто-то из конкурсанток еще учится в школе, а кто-то уже получает высшее образование. Но объединяет их одно – стремление к творчеству. В 9 лет мама привела меня в хореографический коллектив «Питер Непоседы» под руководством Неверовой Ларисы Анатольевны. Даже не подозревая о том, что танцы станут главным увлечением моей жизни. Свободное от учебы время я занимаюсь в театральной студии, пишу стихи. Мне 17 лет, и я с 5 лет увлекаюсь танцами. Поэтому я так люблю выходить на сцену, чтобы я улыбалась, и все зрители улыбались мне в ответ. Девушки не только охотно рассказали о себе и своих увлечениях, но и с удовольствием продемонстрировали свои способности. Выступления оценивали профессиональные педагоги по вокалу, танцевальному и театральному мастерству. В финал конкурса прошли 10 участниц. Финальная встреча самых талантливых и красивых жительниц Кировского района состоится 26 октября. По словам организаторов конкурса, гостей и участниц ждет сюрприз – выступление известной музыкальной группы. Тройку победителей ждет награда в виде подарочных сертификатов на услуги лучших салонов красоты.